Итак, здравствуйте, все, кто меня сейчас смотрит. Поработал с основанием немного. Буду еще дорабатывать. Цветы делал из мелисы, сушеной на балконе. Не знаю, насколько хорошо видно, но если будет делать, выбирайте бутоны поменьше. Кустарник. Высаживался мха. Валялся год. Высох, просох, сыпаться не будет. Сажал все это добро на титан. Держится хорошо. Здесь проливал титаном и просыпал этим же мхом, только прогонял его через кофемолку. Здесь буду дорабатывать, скорее всего, или льном, или вот этой вот вещи. Сейчас прокрашу, попробую. Может, что-нибудь и получится. Потому что льном почему-то не хочу. Сделал ручей. Может быть, воду буду доделывать еще. Пока не знаю. Камни тонировать. Это кирпич. Будет тонироваться еще. Кусты, скорее всего, будут еще дорабатываться. Будут делать цветы. Может быть, здесь еще высажу. Но не факт. В общем, сейчас будем пробовать делать траву вот из этой вот веревочки. Конечно, льном, как обычно, по старинке, но также хочется попробовать что-то новенького, тем более здесь ворс поменьше, должно выглядеть более реалистично. Опять же, с цветом никак не определюсь. Если сейчас с веревкой ничего не получится, будем красить лен в микроволновку. Минуты на 3 высыхает моментально.
Траву не хочется особо высокую делать. У нас еще фигуры там будут. Типа газончика. Начать с этой стороны для эксперимента, посмотреть, как это все будет выглядеть. Раньше пробовал высаживать траву в ПВА, не особо мне это нравилось, так как, во-первых, сохнет долго, а во-вторых, то ли ПВА мне такой попадается ужасного качества, который отваливается, то ли просто не везет. Мой с титаном мне нравится. Очень крепко все. Еще в эту веревку фигуру лучше буду вставать, чем в лен на мягкую. А достал я ее из оплетки. То ли наушники, то ли блок питания уже. Не помню. Вот там была такая обмотка. Оттуда же, кстати, достал тросик. На прошлой диораме делал бойцу веревку из этого тросика. По-моему, выглядит неплохо. Единственная сложность этой веревки, то, что она гораздо тоньше льна сантехническая. Поэтому если там на пучок надо чуть-чуть отрезал, то здесь, чтобы высадить пучок, это нужно постараться. Гораздо больше времени на это потратить. Пробовал траву делать из того же мха, только покороче отрезать. Но выглядит очень однообразно, сливается все. Поэтому решил, что все-таки еще слой травы надо делать из чего-нибудь еще, так сказать, разнотравье какое-то, чтобы появилось. У нас будет сплошная зеленая картина. Может попробовать отрезать. Так.
Пока не знаю. Сейчас чуть побольше высажу. Потом буду уже смотреть.